Ага, всем привет, с вами Марк и, короче, не Мизида, а Эденчик, а еще кто-то в меню зашел. Эденчик, ты заебал, выйди из меню! Не бани. Марк вышел в меню. Да зайди ты уже, боже. Неужели, наконец-таки. Так, ну чё, куда это мы идем? Хайлендс. Так, и чё нам надо сделать? Казахстан. А почему Казахстан? Нам опять куда-то. Нам опять надо. Потому что древняя Россия. Так, тут есть машина, а он. Нет. Че охренел? Зачем вам машина? Ну, пешком пойдем, да. Ну, пусть Эденчик идет пешком. Короче, спавнит там. Ну так я иду пешком. Да дебил. Типа мозге. Дебил! Да дебил, блядь, это за этот дебил забирает. А, пал. О, слушай, на меня напали молодильники какие-то. Поехали. Давай. 18 левел, 19 левел. Да, только вопрос, зачем ты пошел пешком, когда можно было поехать? Как бы, мы уж поехали, как бы. На меня молодильники напали, помогите. Я не вижу, кто на тебя там напал. Садись давай. Так и вы едь ко мне. А да ты... стой. Мизид хороший человек. Ам. Ам. Опа. Ты куда поехал? Да алло, зачем? Я не только развернул. Ой, вы серьезно, о боже. Ну что за Эденчика? Конечно. Ага. Я не знаю. Если бы пошел, мы бы здесь не оказались. Да, логично. А если бы ты не поехал на 19... Вот того вот. Че, ну Немезид же умер, да? А, нет, вы все живы точно. Я думал, кто-то умер. Ну теперь на... А, вон, там вот можно заспавнить машину. Неплохо. Так, спавнить можно здесь, да. Ух, тут же 27 хп. Все, я разместил. Сейчас, поехали. Поехали. Едем в Казахстан. Так, ну чё, нам... Опять сейчас телепорт. Кстати. Как там ускорение? Не знаю. На F. На F, да. А B? F? Ой. Отлично. Неплохо. Полетели. Я летаю. Я летаю. Я летаю в облаках. Ам. Мне дали 160 опыта. Это просто на рандом зря. Получается 160 опыта. Кому там плохо, блин, машина. Иди. Неужели? Там телепорт, по идее, должен быть. Помогите! Вы меня заступили машиной. Да сейчас мы тпшнемся уже. По идее, нам сюда и надо было все. Даже заповедник, да? Да. Метал 44 хп. Красава. Заслуживает уважения. А не визит не заслуживает. Убиваем помойку. Немезиду? Да. Ой, а чё так сложно? 20 уровень, неплохо. Да это изи сейчас, ни о чем просто. Так что и выглядит. Ой. Не изи, ладно. Ему немного похуй на 2000 урона. А еще он телепортируется. Точнее, не телепортируется, а невидимку врубает. Я его потерял. Даже назвали живоглота. Добейте его. А где он? Ну, красный, вон он. Куда он прыгает? Найс. Еще одна тварь. Вон он, побежал. Поймал его. Найс. Левел ап, пора. Я почти левел ап. Ой, еще сзади, сзади. Живоглот. Хуеглот. Ну это ты, да. Ой. Попал. Есть пробитие. Кто нас стреляет?
Да уйди, давай добейте его. Сейчас враг стоит. Сзади нас там помойка не. Стреляю врага. Ой. Я рад. Враги. Минчик сам свой пиздец. Смешно. Мордекай, здорово. Сколько у тебя хп? Неужели? О, здорово. Да, фига он достреливает. Ой. Так, ну тут их удобно будет отстреливать. Так, где они там? Пошел отсюда. Проникнуть. О, найс, все, у меня левел ап. Так, а тут нельзя нигде закупиться. Блин, жаль. А что все молчат? Потому что мы бежим. А, ничего такого. Ну, окей. Так, что же, ща мы на изи все затащим. Ой. Мизида, где железяка? Гоните железяку. Срочно. Железяк намыло. Хэштег верните железяку. Так, окей. Чё у нас? Все супер сложно. Не умер. Дайте патроны. Спасибо. Ой, ой-ой-ой, меня еще убьют. Ай, блин. Серьезно, как он там заспавнился, там же никого не было. А, кстати, я теперь могу мгновенно воскрешать. Мне бы сейчас это не помешало, охренеть. Я стоял, и чел просто, блин, заспавнился передо мной. А, классно, меня откинуло. Да пошли. Да, ну, сейчас сам отвлечу. Опа, все. Ай, только проблема. Да не убивайте вот того. Ну, спасибо, не мизит, добил. Ой, пошли идти отсюда. Не мизида. А, ну мизит сливает. А чё, он ФК? А, блин, да вы серьезно. Подожди, не мизит сливает. Маркика его. Ще, да блин. Добейте. Найс. Добей. Ну, добей, потому что не мизида нет. Он ну, сдох. Ну все, минус и мизида, ГГ. А, там дверь открылась какая-то. Ну и где я заспавнился вообще? Я на здесь рядом? Не мизида. Ну, вот ты начнешь говорить. А он двигается хоть? Да, он двигается. Ну, это хорошо. Так, окей. Серьезно, сейчас я, может быть, успею кого-нибудь здесь спасти. А, блин, окей. Ай! Грузчик! Чего, он умирает? Как? Да, I need help. I need help. Короче, тут помойка стоит, надо ее убить. Меня взорвали. Не мизида, сам кучу себе парк уже побежал. О, спасибо. Да пошел отсюда. Спасибо, спасибо, теперь валим. Ой, что это за хер? Не. Че тут происходит? Что это за сходка роботов? Шел отсюда, пшел. 8 хп. Ой. Живи. Давайте поднимаю. Только она сейчас грохнут. Нет! Найс. Блин, у меня сразу. О! Да блин, да вы серьезно? Да серьезно? Ты охренел? Мощный. Грузчик. Так, Марк мне придется отойти, потому что он что взорвет. Ага.
Да, блин. Давай, пошел отсюда. Алло. Ага. Неплохой критический урон, который не критический совсем. Добей его, найс, хорош. Да блин, опять меня попали, да достали уже. Сколько можно, а? Да где он? Чё за херня? О, еще идет. Руна грузчик. Ой-ой-ой. А, вот, тихо. А, нормально. Ай, блин. Военный инженер. Спасибо. Так. А, я понял, за что умер. Так, тут патроны есть. Надо бы их забрать. А, я бы не отказался, если бы меня установили. Сейчас. Я иду. Только я сейчас сам умру. Да блин, ты заебал меня, сука. Ай, денечек! Да блин, только добежал, меня сам убил. Ой, они идут сюда, нет! Нет! Ха, найс! Взрывной грузчик, помойка. Сам себя взорвал, так еще и другого робота взорвал. Красава. Пошел отсюда! В жопу себе засунь свои гранаты. Мы опять ёпнули. Ну, мы это уже поняли. Да блин, пошел отсюда. Надо вот этого грузчика убить. Айданчик, иди сюда. Да блин, восстанавливайся. Так, спас. Да блин. А, чего? Способность полезная. Чего было хорошо, типа я ее не взорвал. Чего? Типа вот он, наверное, воскрешать. А, вон там наверху стоит. Я не знаю, как это идет, что качать. Что? Я не знаю, как это идет. Средний навык, третья линия. Средний навык, третья линия. Сейчас. Да блин. Так, можете мне поднять на ноги друг друга? Да блин. Надо его убить сверху вот этого. Дно. Опять у меня попал. Да, ой, там дохрена. Ой-ой-ой-ой-ой. Серьезно? Да вы серьезно. А, грузчик бульдозер. Я вижу. А шо он такой большой-то, а? Понятно, мы умрем сейчас. Военный инженер. Тут хуйня зависла, я считаю. Военный инженер, пошел отсюда. Да бля, по... А, сложно. Ну, я восстанавливал их волк. Так, окей, погнали. О, здорово. Давно не виделись. Да, очень давно. Еще были патроны на дрове, было бы отлично. Были бы у меня патроны на это. Точнее, ракеты на РПГ был бы вообще классно. Надо посмотреть на РПГ. Мне патроны на ней все, рипнулись. Так, мы идем к Немезидию. Здорово. А у меня, кажется, есть патроны на РПГ, отлично. Так, он опять заспавнился этот гранат. Пошел нахер отсюда. Пошел. Да блин, ну конечно. Броню снес. Ни хрена их там. Нас. Грузчика надо добить. Дай добью, дай хую. Жив. Он того убить. Все, молодцы. Найс. Гуй в жопу. Так, окей, чё, мы идем дальше. Чё, о, да чё ты сидишь? Чё ты там уселся? Давайте, найс, спасибо.
Ой! Ушел нахер. Давай, херач его. Перезарядка. Да где он меня убьет? Найс. Так, нам туда. Ой. Нам сюда куда-то. Сейчас я карту посмотрю. О, нам долго вообще идти, кстати. Интересный факт. Кстати, давно их не видел. Плюс. Ни хрена их тут. Нам сюда получается. Дропчик. Патрончики. Их отсюда можно отстреливать, если что. Да блин. Ой, он идет сюда! Ой! Их тут до хрена. Они сюда пришли. Блять, вы что, ёбнутые мужики? Хы, ты что делаешь? Больной. А, мы все сдохли, да? Ага. Айданчик. Живи! Так это и убило нас. Айданчик! Най! Изи! Не изи. Меня убили. Спасибо, добрый умру сейчас! Опять! Смотри, перезаряжайся, ты собака. Блин, у меня отравление вот это. А, он идет! Блин, меня рак убил. Меня рак как убил. Шел отсюда. Че-то их много тут. Да, блядь, ты мудак, ебучий, блядь. Мать ебала. Марка, поможешь там мне? Алло, я умер сам! Я помогу. У меня и патроны везде закончились, охренеть. Вообще пух. А, логично, действительно, блин. Че? Ничего, ничего. Ну если у него резист, да иди ты нахуй. Ну вообще, ему похуй на все, блядь. Я ее стрелял, вообще поебал. Алло, Алло. Че, мне игра просто зависла. А, мы тут же и заспавнились. Там тоже пиздец. Окей, здесь раки летают. И вот это очень плохо. Раки, пошли на... Да конечно, как ты на меня попал? Ты же в мимо. В воздухе застрял. Отлично. Плохо. Нормально? Пошёл нахуй. Пошли нахуй. Конечно. Какая хуйня. Да, господи, где я видел вот это? Нам шлак надо будет собирать. Я помню, такая миссия была в первой борде уже. А можно? Класс. Ой, блядь. Ты его добью, спасибо. Я уже в бункере, тут, кстати, чекпоинт я взял. Ну нахуй, я ухожу. Я чекпоинт взял, так что если вы умрете, вы здесь заспаетесь. Блять! Я тут закуплюсь пока. Закупился. Не знаю, лучше тебе, может, это 21 левел, даже я ему ничего не сделаю. Так, что тут у нас? О, я нашел образец шлака. А, это хорошо. Олечка, обернись. Че? А ты убежал уже, да? Ну, да, не видел, убегай, ему. Ему похуй. Там ебал ему по 400, их там поебать. Ой! А ты кто? Я ему ничего. Ну понятно, минус я. Я дошел до метки и дошел до какого-то бункера или что это, я не знаю. Зачем? Это что у нас уже намного выше, чем наш левел моба. Нам нужно пиздиться. Не знаю, я пока дошел, никого не было. Дороже уже не на наш уровень. Да иди ты нахер. Иди нахер. Собака. Ой. До свидания. Ему вообще поебать. Найс. Да он вообще охренел. Серьезно? О. Ай! Блять! А чё? Я даже ничего не успел сделать, у меня просто... А, Марк, знаешь, о чем прикол? А? 1500 урона, ему вообще никак. У меня ракет. Нанес. У меня есть ракет, кстати. Ты кей. Keep calm. Шум нахрен.
Ну да, я ему ничего не слышу. Собрать-то как-то шлак. А, шлак? Да, шлак. Чего? Охрененно. Да я стреляю, же не стреляю, почему я не могу попасть? Да ты ж вообще жестко, блядь. Вообще поебать. Вы его не завалите. 600 голову поебать. 1500 в голову, ему тоже самое. Алло, почему ты не поднимаешься меня? Бывает. Зачем он решил гранату в лицо кинул, ему тоже без разницы. У меня грант нет. Okay. Ну я хочу брони. Коротыш инженер, да. Хотя бы. Нет брони, да. Ему ни тепло, ни холодно. Найс. Я опять ёб. Как там много. Это я нравлю раньше. Ой. Ой. А где это додик? Кстати, да, где он? Тоже самый вопрос. Навряд ли его в случае не убить. А, у него отстрелилась броня, все, пизды, я съебал отсюда. Да я уже увидел-то. Ага, неплохо. А, я уже здесь. Да. Да ну. Прошу, я чекпоинт взял. Эх. Вот у меня есть отличное оружие, но не могу его взять. У меня то же самое. А какой там надо? Мне нужно 18 левел. Бля, щит на 946. Подожди, так. Получается... Нам теперь опять на другую местность надо. Умера. Пожалуйста, наносите мне. Я наношу. Он почти умер. Почти. Чуть-чуть. Добей его. Я его добью. Найс. Все, неужели? Боже мой. Живучая хуйня. Ага. Только нам теперь надо в другую локацию. Шо, погнали? Подожди, нам раз в другую локацию? Ну, посмотри на карту. Там метка. Другой. Типа. Так, там завалим. Там нельзя пойти. Там надо походить. Сюда. Ой! Тамажа взрывает. Пацаны, тамажа взрывает. А, это грузчика призвалась. Дебилой. Чё, пацаны, ГГ? Да, я сам себя взорвал. Опять? Я заебал. Чё за метеоритная атака, на? Это не грузчик прилетает. Я понял. Взрывай. Ой! Ну, блядь, призрительность не успел. Да, блин, с двух сторон. Нечестно. Я бы с радостью помог, но не упал. Давай, добиваем его. Найс. Идем там. А, убили нас. Найс, игра зависла. Ой, ручек бульдозер. А-а-а. Я тебя убью. Давай, найс. Да пошел нахер отсюда. Куда, ну вот это, господи. А, у нас еще и дверь закрыта. Нам типа надо их всех убить, что ли? Получается. Не знаю. Очень неприятно. Добьешь его? Нет, не добьем. Да блин. Не хватило. Мне не хватило одной тычки. Я видел. Я думал, ты его добьешь. Блять, ты мудак ли, да? Найс. Ой, сзади, сзади, сзади. Помойка. Ну давай, давай. Сейчас нам все не пол. Где он? А где он? Он исчез? А, нет. Он за ними. Ага. Да он достал, он может заспавнить уже. Ой, уже. Давай, 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 давай. Херачу. Найс. Да, опять заспавн. А что нам сделать тогда, лол? Интересно. Безбашенный грузчик. Я бегу его. А, нет, нельзя.
Не, давайте. Не надо, убьем, да, 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 надо его убить, согласен. Только тут рак. Убейте рака уже, достал он. У меня еще и патроны просто на. А, не знаю, это практически бессмысленно. Я ему гранаты снес совсем чуть-чуть. Ну не знаю, его можно отпиздить, я ему снесу. А раку, раку убили? Я тебе где-нибудь слабое место. У меня патронов не хватит, уебну. У меня уже патрон закончен. А, убили? А, нет, это не тот. Вот этот убил. Но у него, слава богу, брони хотя бы нет. Это уже хорошо. Блядь, мне не успел до гранаты дойти. Ёб твою мать, блядь. Эй, Ленч. Марк, возьми. Алло. Ой, да. Поднимешь меня, я подниму. Давай. Да пошел нахер! Ты опять сгр... Так он у меня сразу начал меня стрелять. Давай его пить. Сносить. Давай сейчас это... его. Я просто ничего не сделал, у меня патронов. Лови гранату. О, появились. Серьезно? Я же сказал, он же лови его. Он в спину крепит, ебать. Да блин, я ж начал тебя поднимать. Ну. Пизда. Ну да, я сейчас сгорю тоже. Так, ну мы ему... Был спаунпоинт поближе, чтобы не приходилось полкилометра бежать. Угу. Плюс. Ну пошел отсюда. Не, у вас я сейчас навряд ли успел спасти. Чуть хп у него, да, его надо бить. Ты слышал хп? Не знаю. Я сейчас все прогейду, я буду заебал ему стоять. Давай, добивай его. Пожалуйста, ну умри ты. Убивай. Найс. Жоп. Фух. Всё, Эдинчик, ты физик. Я не знаю, ты даже выпал с него. Ну, пистолет 20 лук, неплохо. Он спит, что ли, серьезно? Yeah, еще один шлак нашел. Это хорошо. Че? Че это заспавнился тут? Блять. Он тут, он в засаде тут сидел. А ему вообще поебать. Вам нормально там? Да. Он ваншотит нахуй. Он просто здесь сидел. Он я подошел, но он выпрыгнул, и хренеть. А Эдинчик ваншотишь, ёбнул его. А, Эдинчик. О, найс, спасибо. Давай, 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 давай. Лучше не подходи к нему, он его. Давай его гранты запросим, нахуй. Ну, у меня есть 2 гранаты. У меня 3. Ой, пиздец. Пошел нахуй. А, классно! Он все мои гранаты отбил в меня. Он меня в воздухе уебал. Сейчас, сейчас. Айденчик. Подожди. Айденчик. Давай. Найс. Неплохо! Закинул гранату. Он их отбивает, да, типа? Ну, видимо. Ой, боже. А вот он. Пизданутый, блядь, какой-то. Мелкогабаритный грузчик. Ща, ща, ща. Ненавижу грузчиков. О, он к вам идет. Ой! Пошли нахер отсюда, честно. Не, там лут, я хочу его забрать. А, ну давай попробуем убить, хорошо. Надо его. 4 граната. Он ваншотит, блядь! Надеюсь, было 4 граната. Еще 4 граната. Ну, кстати, он меня не ваншотнул. Меня ваншот не мог. Не, он, кстати, меня тоже не ваншот. Да, ну теперь он меня убил, но не ваншотом. Типа, он бьет больно, но он не ваншотает. Короче, ладно, давайте его добьем просто. Ааа! Че, убили нас? Еле-еле, блять, ебанутый какой-то. Тупой карлик. Фанатбана масса. Отлично, мы шли за перьями. Возвращаемся. Серьезно? Да. Нам кровокрыло надо спасти. Добыть программу для железяки. Слушай, у нас проблема. Ой!
Блин. Вот это хрень реально ваншоты. Так. Так. Я пошел, пока. Здрасте. Охренел. Ай, Денчик. А, блин, пацаны. Где он? О, спасибо. А, неплохо. Ой. Он мне просто плюнул чем-то. Обблевал его. Парк, иди ко мне. Подожди. О, хорош. Там уровень 17-й. Я не успел гранаты кинуть. Я не понимаю, куда нам идти-то надо. На пиздай. Предлагаю суету. Но я вас не спасу, если пойду за ним, то он меня тоже дропнет. Трика. Я что, там умереть уже? Ну да, сожим плохо граната. Херачим, найс. Так, а куда нам идти-то? Стой, дайте прокачаюсь. У меня еще до 17 как говно, блядь. В смысле? Да дохуя до 17 уровня. Не знаю, но у меня ч. Ну. Я был второй полоски еще. А, ну. Алло, пацаны! Чё? А как бы тут лак лежит, никого не ебет, да, видимо? Ну да. Как бы нам надо, по идее, сюда идти. Но тут этот сидит. Хер. Который сейчас меня убьет, поэтому меня не спасайте. А мне шлак. Шлак? Я ходил. Да. Это хорошо. Нет. No! Please, no! What's going on? What is this? Today is a great day, Maya. Today your training is finally put to use. Who are these people? Terrorists. Criminals. Evil men. You will destroy them, as is your duty. This is what you have trained for. What? Куда идти? Execute unarmed men? Объясните, куда идти, я тупой. Сюда, что ли? Нет, тут закрыто. What the fuck? А, вон забраться же можно, я тупой. Я что-то заметил. Там кого-то убивает. Это запись, точнее. See, it's not just an elemental damage type. If you know how to use it, Slag has lots of... Погнали! Ща на изи затащим. Чё, народ, погнали? А куда пошли-то? В смысле? Ёбан. Мы пошли дальше! А чё? А меня? Ну, это твои проблемы. О, ну не мизи докидало, ну, понятно. Я ему говорю. Один чипы бесполезный. О, а, то есть человек, который спасает всех, он бесполезный, да, то есть. Да. Да, не усали его, ну он, ну это до пиздец. Один чипы это. Как нам попасть туда? Я понять не могу. Никак. Мы в ловушке. А еще к нам армия раков летит. Коротко России, это. Вообще нормально. Так, обходим. Локацию собственно сходили. Так, сейчас нам надо будет обойти все. Херам. А, да, мы здесь этого коротышку инженера убивали. Да, мы тут и были. Да на меня прыгуны всякие прыгают. Поэтому они прыгуны, логично. Ведь мы эту тварь еще убивали. В здании. А мы вообще правильно идем, типа? Да. Я вижу кучу лута, не могу пройти мимо. Да, да, до хрена еще идти. Пока... О, ура! Конечно. А могли они раньше выйти? Да, то есть мы просрали время, мы просто так побежали назад. Эй, Денчик! О, спасибо. Вот Денчик хороший, в отличие от некоторых. Не будем тыкать пальцем и говорить, кто это, но... Все же есть вот один человек. Все равно понятно, кто. Ой, ой! Инженер, там инженер. Здорово. А вы, блядь, где? А, я пойдем. Но я не пойду к одиночку, потому что у меня 90 метров. Что за москаль? Какой москаль? Мизин, алё, может ты спасёшь? А чё не надо его сразу спасать? Если сюда сливает. Да. А, я его спас, значит, да, он еще вылез. Все заберу. Так это я выкинул. Продам. Ура, неужели он убил? А, у меня 17 уровень. Ну, меня тоже. Ой, да, ты понял. Мне он уже давно.
Кто не скачет, тот не мизида. Тут мы скачем. Ты ляжет за кровью. Сейчас ты у нас сам окажешься. Ну, я не буду, я буду палиться. А как? Почему все лох ХП? Лох хуй. Потому знаешь, что... Знаешь, это что взорвали. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хуй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, убили грузчика, убили грузчика. Опять. Да блин, да он достал. Спасибо. Ой! Нихуя пулемет. Эденч? Не, было вот сейчас раз, знаешь, он такой выходит, я стреляю и взрываю. А, я тебя усыл, он меня моментально убивает, круто. Спасибо. А тебе моментально восстанавливаю. Всегда бы так. Хуйня какая-то. Согласен. Там красный этот был, грузчик надо добить. Добейте грузчика! Ай! Тракторист хренов. Пять дробовик, вы заебали ничего, дробовиков, блядь. Вот это с пушками убейте. Найс. Бля, у них резист к этому, ёб вашу мать. Да пошел нахер, тракторист. Тракторист. Тракторист нападает, блять, вы будете забирать шлак, ёб вашу мать. Да сейчас мы тебе его засунем в шлак. Я тебя уже засуну. Ты как со мной общаешься? А ты кто такой? Да видишь, он какой-то борзый сегодня, я считаю, что надо не мизиду наказать. Да, и забанить, я считаю, его тоже надо. Марк, давай не дроп собирай, не Марк, мизида. Марк, я думаю, нам нужно за гаражами встретиться. За школой, да? Да. За гаражами там. За администрацией города. В Дагестане. За мэрией встретиться. А, последний шлак, кстати, остался. Где ты его надо? Ну, мне мизида волкует. А, ну да, можно, в принципе. Да еще ты бесполезный. Кто бесполезный, Айданчик? Ты уверен? А я что-то в этом сомневаюсь. Скажи, что это не правда. А, ну, это не правда. Чего? Взял, выстрелил меня. Ааа, блин, меня убили. Убейте этого додика. А, я моментально умер, круто. Речь, ты его добьешь? Не, блядь. Да, мизда, может ты рот закроешь? Нет. Че, у меня были патроны хоть где-нибудь? Лизни за луку. Извини, но будешь делать это только ты. Вообще охренели уже совсем. Кто бы говорил? Вообще охренели уже совсем, молодежь. Я со своими автоматами. Молодежь уже совсем что-то поехала. Школа стреляет. Да, они в школу не ходят. Эти ваши Borderlands играют. Да блин, Айденчик, я тебя пытаюсь восстановить, меня сразу убивает. Айденчик сейчас с ними Borderlands'ами. Гос, мне одного патрона не хватило. Серьезно? Ёбушки воруб. Чё ты там сказал? Ёбушки воруб. Не месяц на пятерицу пану. Не месяцу нужно забанить. Ой, блядь, он встал! У кого встал? Оставшие мёртвых! Неудержимые. Я его не убил. А я тебя восстановил. Где спасибо-то? Он не восстанавливает. Айденчик, ну ты запомнил помойные слова? Блять, что за хуйня прыгающая? Инженер! Только не доплатили мужику. На завод. Иди на завод, инженер. А, хотя мы и так на заводе, по факту. Наша работа. Пришли на работу. Ой! Айденчик! Аллах Акбар. А там вот. А там бомжи какие-то. Да завались ты уже, Немезида. Иди лучше убивай их, а не говори. Ну все, я пошел тогда выходить. Я пошел фармить, иди нахуй. Я пошел прокачивать. Спасать меня никто не хочет, да? Кроме красавчика Айденчика, Немезида помойка сливает игру. Давай Айденчика. Да ты завались ты уже, Немезида. Немезида, о, шлак! Чего? Мне его восстановит, пожалуйста. Марк же кто-то съебал. Может ты рот закроешь, Немезида? Я могу спасать Айденчика, потому что Немезида бесполезен. Только ты узнаешь... Чё? Марк, узнай без меня. Восстанови Айденчика, ёбан ты, бля. Да ты сам рот закрой, ты вообще никого не спасаешь. Я не говорил, чтобы ты рот закрыл. Да ты завались уже.
сам говорит. Все, давай без, без этого. Я один, короче, поехал. Айденчик, давай быстрей. Вот там поехал. А, это да, он тоже должен прийти. Ну, я подал золотые ящики. О, да-да-да. Надо, чтобы ему ничего не досталось, короче. Я тебя удивлю, но нет шанс на всех. Да, иди на. 15-8, ну такое есть. Блин, жаль, мы без него не можем поехать. Давайте. Неужели не додумался зайти в лифт? Айденчик, выходи из меня. А, ладно. Пока! Пока, не мизида! Да блин, я думал, он не сможет. А, ой, босс! One blood wing back, huh? Shame. I've been doing some really interesting iridium experiments with her. Да мы его вообще на изи затащим, о чем речь? Что это, блядь, такое? Это босс? А. Ой, блядь. Вот. Нам пизда. Вот только мы должны были спасти. Нет, почему он должен... А, первый. Да. Плохо. Он улетел. Боже, всё, изи гейминг сбился. Ага, только он к нам летит. А у меня начал лагать. Алло. 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 Да. А, мы еще и закупиться не можем, да, здесь с ним? Я понял. Ну да. А еще меня очень сильно лагает. Но я в нее даже не попаду. Как мы в эту хуйню должны попасть? Раз умрем. Где ты же лупа? А, она улетела куда? А, вон. Как в эту хуйню попасть? Без понятия. Я тоже. Начнем с того, что ей пух. Слушай, она летит сюда, кажется. Я пошел. О, неужели? Не кажется, что она летит. Ой, ой. Ты что происходит? А, вот все равно уязвим, я так понял. Ну охрененно. А как вообще попасть? А, она тебе уязвима, и тебе урон наносит. А, я понял, ее слабость это огонь. Что, блядь, есть у вас что-то огненное? Пистолет, который ни хрена не сносит. Есть. Кажется, мы все умерли. Тебе не кажется. Ну, мы снесли совсем чуть-чуть. Его просто миллион теперь. Херачим! Да блин, я сдох. Ну ладно, Украина. Вот опять как на Украине. Да в общем, виноват не мизида, ты все за него. Да, да, во всем ты виноват, стоишь там, не восстанавливаешь нас, зачем? Короче, давайте его бьете, а я буду вас восстанавливать. Давайте мы кикнем мизиду, и чтобы он закрыл свой рот. Да, давай. Он как раз... Он что-то поджег, алло, what the fuck? Он отхилился, кстати. Отхилил? В смысле? Качайте, идите, это... А, ладно. О, я есть окна, у меня есть на огонь. Сейчас издаем. Блин! Куда ты улетел, ёбаный? Да, и тут он еще этих спавнит, скагов. Скагов, уже никого нет. Куда этот нацист улетел? Где он, блядь? А, это типа этого... Логотип черного... Ой, черного рейха! Черный рейх! Черный рейх, блядь! Четвертый рейх. Ну мы уже неплохо сносим урон, да ведь? Алло, Марк, подними нас! Да рот закройте уже свой. Подними, никто... ну где ты ходишь? Действительно, а что ты ходишь? Таким не спасай Немезиду, не надо так его поднимать. Вон как. Убей Скага. Где он? Немезида рак. Я отхилился. А Немезида рак, он подняться не может. Блядь! А. Айденчик, ты пидор. Так я тебя поднял, и ты умер. Так ты убил передо мной челика. Ну-ну-ну, рассказывай. Так рассказывай. Это Скаги, а не челики. Марк, ты хочешь подниматься, ленивый? Я хочу отдохнуть. Ой. Ой, он тут какой-то ад устраивает. Пошел нахер. Слава Украине. А, ну все. Сжигаем петушка. А, у него редис к огню? Только, блядь, определись. 1700 в голову, крит, неплохо. Да мы его убьем, сейчас же говорю, изи будет. Правда. Ну да, ты увидишь сейчас. Серьезно? А я их поднял. Я на поезд как поднял. Кто-то. О, тебе не повезло, меня недостаточно далеко откинуло. 5 секунд, подожди. Да сука, ёб твою мать, блять. Не материтесь, блять. Окей, блять. Да ты уже мужа рот закрыл. Ёб твою мать, иди нахуй.
Я считаю, Немезиду нужно наказывать. Можно мне знака? Мне кажется, я пизды начну ломить. Хорош, пиздели. А почему там улетать в него упадать боеприпасы? Как это работает? Он с боеприпасами связан? Меня опять отпустили. Так, спасаем айденчика, Немезид никому не нужен. Как всегда. Ой! Пошел нахер, пошел нахер. А что это пищит, думаешь? Кстати? Почему из него вываливаются ресурсы? А, ресурс? Понял, что это пищит. Ой! Да он вообще изи будет. Ргач. Ргач. Его почти отпиздит. Ну как почти? Еще даже половины нет, но... Почти половина. Вот, убейте взрослого скага, ёбаный взрослый. Блин. Да мне опять подожгли, он достал. Спасибо. Давай, лети, лети, чё ты, сыкло. Ну когда-нибудь мы его убьем. Когда-то этот момент настанет. Чё у нас там за дабстеп играет? Так, он мне надоел. Он мне не надоел, он меня заебал. Вылези оттуда. Вот. Ай! Говноед-то. Так, Немези у нас решил позадротить. Так, у него 72 уровень, всего лишь. Это легко, ёпт. Я считаю, Немезид надо забанить. Ну чё-то легко. Почти выебал. Да убей ты его уже, алё. Да я не могу упасть. А, он бессмертный. Серьезно? Да. Взял своего это, но задроченного персонажа. Да-да-да. Ты ж синглплеер у нас играешь, да? 9к опыта. Ни хрена это на самом деле. Так, что там взять надо? Я не знаю. Даже интересно стало, что могут это прокатить. А, это мы программу для железяки добывали. Ой, взрыв! Мне кажется, этот железяка бесполезный, как я хуй помешал. А ты, Марк, хочешь рофл? А. У меня начальное оружие. А, ты с другого перса зашел, да? Ну, у тебя нормальное оружие здесь нет, да? Ну, у меня начальное оружие. Могу тебе дать. Не знаю, мне и так нормально, 52 урона. Ты пойди меня ган. Ну, неплохо. Я вот, знаешь, меня задумал вопрос, где это брать? О, дробаш какой-то. А, я его даже не могу взять. Так, это, а это на какие уровни? Необходимо усиленных пробок. Марк. А. Давайте сейчас дам ган и пробую взять. А я не смогу взять, у меня же это... Я не знаю даже на какой уровень. Так я не могу, мне 17, алё. Марк, иди сюда. У меня есть интересный эксперимент. Марк, иди сюда, пожалуйста. А ты где? Ага, давай. Пробуй взять, я не знаю на какой уровень. Бля, вот этот синий, который ты скин? Да. Я не могу его взять. Почему? Ну, потому что уровень не подходит, не? Какого тебе уровень? Слушай. Мне 17, алё. Не, на какой он уровень? А, я не знаю. Он? Какой он? Тут необходимый уровень усиленных врагов 8. Чё это такое, блин? Я не знаю, я не могу его взять. Вот это зеленое это... оружие, у меня написано 19 уровень. Слушай, Марк, пробуй вот это вот взять. Серьезно? Требуется уровень 71. Ты больной 71, блядь. А я просто не вижу. А, серьезно? Окей. Начал прокатиться по мере. Короче, все, с вами был Марк и до свидания, всем до свидания. Так.